Всем привет, ребята! Вы на канале Счастливый Кролик, и сегодня мы играем в острова. И сегодня, как бы так сказать, не очень-очень хорошая новость, ребята, для меня. Я как понял, чем больше обновлений происходит, тем хуже работает мой остров. Наверное, потому что он вот такой вот большой. У меня начали заедать все мои ресурсы, пропадать половина на дорожках конвейерных. В общем, все тормозит. И одни баги на баги. То есть, как баг на баги, вот. Баг на баги, да. В общем, ребят, это не есть очень хорошо. И я решил все это снести. То есть, сделать резет моего острова. Это, конечно, большая печалька для меня. Ведь я старался, делал этот лес, этот карьер, все это. Но так надо, ребят, по-другому никак. И весь этот остров, что я сделал за эти месяцы, я просто обнулю. Очень жалко. Вот он, ребят, видите? Так я и не достроил свой проект. Теперь я могу уже честно сказать, что я хотел, что это было. Это должен быть такой большой вулкан. Классный. Но, к сожалению, его уже не будет. Только если в ближайшем будущем, когда разработчики исправят все баги. Ребят, мне одно интересно, если я сделаю резет острова, соберутся ли все цветочки и травка с моего острова? И давайте же сейчас это проверим. Я делаю резет. Ну что, пока, мой любимый остров. Ребят, ну что я вам хочу сказать, я просто в шоке. Ни травка не собралась, ни цветочки. Да это ладно, что это не собралось. У меня в инвентаре даже не появились все мои машинки, что у меня были. То бишь... Это у меня просто нету слов, ребята. Все мои дрели, все мои смелтеры, все пропало, ребят. Все пропало. И я почему-то думал, что это должно было все появиться в инвентаре, как мне говорили. И мне это очень и очень обидно, ребят. Почему так не произошло, я не знаю. Но это просто капец какой-то. И придется мне все начинать заново, ребят. Все заново. Это как-то вообще... Ну вот, о, медь хоть появилась. Да, спасибо, но у меня дрели нет, чтобы тебя пробурить, так сказать. Ой, как мне обидно, ребята, печально. Я даже не знаю. Надо, наверное, Я вообще... У меня просто слов нету. Капец. Все пропало. Все пропало. Ни одна машинка не собралась, ребят. Ни одна. Ничего нету. Все пусто, ребят. Все пусто. Видите? Ящиков куча. Всех этих печек, смелтеров. Все буровые. Стальной пресс, медный пресс. Все накрылось медным тазом. Это просто кошмар какой-то. Ребят, так что, когда резет острова, делайте, не повторяйте моих ошибок. Все собирайте. Все разрушите сначала, что вам надо. А потом только делайте резет. Вот такой вот совет, да. Я испытал это на своем опыте. Ну что, ребят, даже я на этом, наверное, прекращу видео. И в следующем уже видео, когда отойду, запишу, как я начинаю заново все делать, ребят. А вы не повторяйте моих ошибок, не повторяйте. Сначала разрушьте все, соберите все, что вам надо, все ваше ценное, и только потом делайте резет острова. Не верьте никому, что если вам скажут, что все вещи останутся и все такое, ничего у вас не останется, будете как я. Без всего. Кошмарикус. Ну ничего, ладно. Это все добро так наживное, скажем. Все, ребят, всем пока-пока, вы были на канале Счастливый Кролик, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте про колокольчик. Всем пока-пока, до новых встреч. Ай, пойду поплакаю у дерева, где мои все ресурсы? Ай, кошмар какой-то, все коту под хвост. Все ягоды и кусты, их была целая куча.